Друзья, все-таки наконец-то то, зачем мы приехали, называются зонтики. Я, когда племянница мне прислала, что она набрала таких грибов, я, конечно, очень переживала, потому что говорила, это мухоморы. Мы их раньше называли белый мухомор. А этот гриб, мы посмотрели в каталоге, он идет третий после, в каталоге третий после белого гриба. Говорят, очень вкусный. Мы попробуем, их и в кляре делают. И вот он такой, белая шляпка. И обязательно вот это должна быть вращаться. А ну, Валер, покажи нам. Сейчас. Вот это, вот, нежно, вот это, о, она вращается, она не, о, все, не привязана. Не, видите? Не приросшая. Она не приросшая к самому, к самой ножке гриба. Вот это есть зонтик. Вырастают, говорят, в полметра длиной, в диаметре. Ну, ножку обычно, да, обрезают. Но я думаю, мы ее отварим. Не, мы ее отварим и на мясорубку, и потом можно делать вареники. Вот такая она. Вот такая. Ножка очень плотная, как деревянная. Поэтому люди обычно ее не берут. А со шляпки, почему называется зонтик? Потому что он растет как зонтик. Вот. Он вырастает в диаметре шляпка до 40 сантиметров. И такой вот, когда он чуть побольше, он свисает, вот эти свисают. Клочья такие, как зонтик, как вот эти, когда-то были зонтики в аристократов. От солнышка зонтик. И такой, как вроде бы от солнышка зонтик. Вот. Именно за вот этими грибами мы сегодня и приехали. Да, но нашли пока только один, единственный. Поэтому охота грибная продолжается. До новых встреч в эфире!